Сегодня хотелось бы поднять вопрос присоединения. И для решения этого вопроса есть простое упражнение. Называется зеркало. Зеркало есть прямое, обратное. Ну, посмотрим обратное зеркало. Когда в зеркале отражается та же сторона, которой вы работаете. И в этом упражнении, когда один партнер является ведущим, второй ведомым, повторяя, копируя движение своего партнера, задающего движение, здесь важно не просто повторить движение, его амплитуду и форму движения, а очень важно психологически присоединиться к партнеру и чувствовать то, что чувствует партнер. И в это движение можно вкладывать не только само движение, но и эмоцию при выполнении и задающего движения, и при копирующем движении. И вот такое простое упражнение поможет вам научиться присоединяться к партнеру. А зачем это нужно? Я думаю, мы на следующих занятиях эту тему рассмотрим. Кроме этого, это упражнение помогает научиться двигаться со скоростью партнера.